Здравствуйте! Это рубрика «Развиваемся и играем». Сегодня мы предложим вам поиграть в игру «Хорошо или плохо». Мы предлагаем ребенку слово. Например, вода. Скажи, пожалуйста, а что может быть полезного в воде? Она нам нужна? И ребенок вам назовет, что вода нужна для того, чтобы пить, для того, чтобы приготовить еду или постирать. У воды очень много полезных свойств. А вот теперь скажи, какой вред может нанести вода? И пусть ребенок подумает и вспомнит, что бывают наводнения, а бывает так, что прорвало трубу, и вода затопила весь дом. И это очень плохо. Можно предлагать не только какие-то природные явления, например, ветер или огонь. Можно назвать сладости. Скажи, сладости приносят нам пользу? Конечно, от сладостей хорошее настроение, они вкусные. А какой вред приносят сладости? Ой, от сладостей могут заболеть зубы. Не ешьте много сладостей. Вот так можно поиграть в эту игру. И для этого мы можем с вами брать совершенно любой предмет или явление природы. Это развивает у детей логическое мышление. Дети учатся применять свой опыт в ответе на такие вопросы. Развивает знания об окружающем мире. Это очень интересно. И попробуйте поиграть с вашими ребятами. И пусть они вам предложат определить, хороший предмет или плохой. Приносит он пользу или нет. Играйте с интересом.